Друзья, что такое fail-safe на автопилоте Runfree? Fail-safe – это система, которая позволяет вернуть ваш кораблик на домашнюю точку только при условии того, что у вас установлен автопилот Runfree. Он возвращает его на домашнюю точку при потере сигнала с пультом. То есть уронили вы пульт, села батарейка, случайно выключили, намок, что угодно произошло, кораблик к вам вернется. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы отправим кораблик чуть-чуть подальше. И теперь я выключаю пульт. На кораблике происходит световая индикация. Сейчас светло, не видно. Кораблик ждет, ну там буквально 10 секунд. И потом начинает ехать на домашнюю точку. Пульт выключен. Важно еще понимать, что скорость возврата по системе Failsafe составляет 50%. То есть, если у вас медленный кораблик, он будет возвращаться долго. Я показываю, пульт выключен, я ничего не делаю. Все, кораблик приехал. Включаем пульт. Все. Сигнал нашелся, и дальше управляем.